Короче, еле нашел машину. Toyota Corolla. Она находится в бодишопе. Была заставлена, пришлось мне их перепарковывать несколько машин. Ну, вроде она. То, что надо. Долго искал, что-то, короче, это 40. Забираем еще одну машинку. Дарлингтон. Здесь большая гоночная арена. Вон видна NASCAR находится. Дарлингтон, South Carolina. Забираю вот такой вот Jeep Compass. Интересненький. Дизайнерский такой. Вот. Частная доставка с Манхейма, но это отдельная парковка у них, уже подготовленная машина. Не нужен Gate Pass. Но говорят, очень хорошо нужно проверять машинку. Так, это что-то потертости какие-то. А, это грязь. Такой ничего. Ну, Jeep Compass. И места, в принципе, много. Забираем Ford Expedition 2017 года. Меня всегда интересовало вот эти вот, были интересны вот эти вот Форды. Они какие-то такие по дизайну странненькие немножко. Вот это новый 2017 года. Так вот он выглядит. GM, забираю GM компании. Посмотрим, что он из себя представляет. Этот фордик. Но он типа крутой. Он типа крутой. Дорогой. У него здесь все на коже. Куча сидений. Да. Сейчас мы его заведем. Ну, заводимся, нет? О, все загорается. Press the brake. Он сел. Да, вот так бывает, даже у дилера садятся аккумуляторы. И он неподготовленный. Стоит, в общем, мне пришлось топать. Брать у них джемстартер. Зарядку вон то здание. Маленькое, туда. Сюда идти. Это, кстати, новый Кадиллак, который пришел на смену XT6, если мне больше нравится, XT6 побольше. Ну, это тоже ничего такое. Я сейчас будем заряжать. Да, иногда вы забираешь машину, 15 минут уходит, иногда приходится повозиться и до часа. Короче, пришлось все машины согнать с трейлера и поставить вот этот Expedition, потому что Ford пойдет самым последним. Сначала я доставку делаю вот этой Toyota, потом Jeep, потом Ford. Ну, как бы можно где угодно переставлять, но лучше как бы сразу переставить, чтобы потом уже не дергаться. Моя последняя доставка в этой поездке в Чикаго. Подержанные машины в дилере Шевроле. Сказали, просто запаркую где-нибудь и принеси подпись. Вон видно центр Даунтаун Чикаго, очень большой. В общем, застрял я на эти выходные в Чикаго. Сегодня суббота вечер. Сейчас еду на трак-стоп, где запарковать трак, а потом не знаю, что буду делать. Все воскресенье у меня. Только утром в понедельник я смогу взять заказы и поехать дальше.